Вот так вот Дэндик у нас лежит, когда гуляет, смотрит на машины, на дорогу. Вот у нас проезжая часть, а это вот Дэндик так вот лежит. Мы так все время встречали жену с работы вечером, когда она приезжала. Вот у нас было такое вот небольшое встречание. И каждого человека он вот хвостиком машет. Но Иринку, конечно, он вычислял среди кучи, подбегал только к ней. Да, Дэнь? Вот у нас улица такая. Этот у нас малыш такой, любитель полежать и посмотреть. Вон, кто идет, Дэнь? Тут. Вот такой вот у нас малыш. Дэнь, ты хороший, ты хороший. Сейчас опять уляжется и будет смотреть за машинами. Дэнь, Дэнь, Дэнь. А смотри, кто едет. Смотри, кто едет. Смотри. Вот он так подрывается. Мы все время маршрутку ждали, когда Иринка приезжала. Никого не... А, вон собака побежала. Конечно, ему интересно. Вот он такой. Денюшка. Ой. Вот он такой малыш. Смотри, смотри, кто еще к тебе идет. Ты трус. Такой бояк-то. Че она прям тебя вынюхает всего. Вот такой бояка. Ни с кем почти не дружит. Редко выбирает собак, с которым он может понюхаться. Так в основном ото всех бежит. Так, ну ладно, вот так мы проводим время. Тоже выйдем сюда, он не гуляет ничего. Смотрит на машины, которые едут. Туда едут он по дороге, оттуда. Особенно маршрутки, по привычке. Всех осмотрит, хвостиком виляет, встречает. Вот такой вот Денюшка у нас. Так, ну ладно, всем до свидания. А Дэндик, привет. Он у нас такой малыш, жив-здоров. Упитан. Сейчас пойдем домой. До свидания.